Но мы помним, как в финале проиграли французы 2 года назад португальцам в финале Евро. А с тех пор Франция стала другой. Ну, во-первых, она... О! О! Льорис! Это же финал чемпионата мира! Что ж такое-то в этом сезоне? Финал Лиги чемпионов! Финал чемпионата мира! Манджукич забивает! Еще и чуть-чуть ошибок добавили. 4-2! Стало быть, финал чемпионата мира 86-го по результативности уже переплюнули. Выбил мяч очень спокойно. По-моему, самый результативный финал 58-го года. Манджукич на фланг уйти, если надо. Льорис. Фантастика.